Я не военный человек, но я не могу до конца осознать, почему эти дегенераты вообще так поступили. То есть они заехали на узкую улицу бронетехникой, и их здесь просто всех размолотили. Ну, я даже, насколько я плохо понимаю в военном деле, но даже я знаю, что так делать нельзя. То есть в Грозном в 95-м году российскую армию уничтожили именно так. Они вот зашли колоннами бронетехники и их расстреляли. И они, зная это, то есть имея такой опыт уже, они сделали то же самое в Буче. И получился тот же самый результат. Просто как назвать этих людей? Как назвать их командиров? И самое потрясающее, что в России никто не задается этим вопросом. Да какого хрена вообще? Они погнали на убой своих солдат. Убили наших людей. Убили своих людей. Ради чего? За что это все? Зачем они это сделали? Никто не задается вопросом. Здесь же погубили кучу русских. Просто так. А в России всем насрать. Вон, смотрите. Ничего не осталось. Прям поразрывало просто. То есть здесь от техники месиво. А людей просто в пыль. Ну, как бы нету тел. Тел не собрать. А в России всем все равно. Обществу наплевать. Привезли сюда, вон, поразрывало, остались одни ошметки от одежды. Привезли на убой вообще бессмысленную войну. Привезли на убой русских солдат. А в России всем насрать. Как бы, ну, завели колонну, ну, сожгли, ну, убили и убили. Охренеть.